Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы выполнили квест «Звезда Азуры», теперь нам осталось только принести ее, но это очень далеко на севере. Сейчас нам дорога не туда. Сейчас нам нужно идти по заданию Черного Братства, сдать квесты. Они нам дадут новые, но я думаю, сейчас я их не буду выполнять и в ближайшее время возьмусь за сюжетные квесты. Но в этой серии, я думаю, мы маленько поработаем в Темном Братстве. Для этого нам, в принципе, нужно двигаться куда-то вон туда. Подожди, вот сюда. Что-то у меня компас сломался, похоже, что ли. Он не в ту сторону показывает. А что у нас там вообще? Тут у нас нет ничего. Не знаю, он показывает мне совсем в другую сторону. Там у нас Темного Братства-то нет. У нас Темное Братство, оно вон там. Это... Помогите кто-нибудь! Но ты не охренел? Твоя жизнь закончится здесь. Ты с чего вообще так сагрился-то на меня? Ты чё злой такой? Может, поговорим? Я не понял, честно говоря. А сейчас он у нас плавать пойдет. Иди купайся. Смотри, какой бесстрашный, да? Вот и все. Что это было, я, конечно, затрудняюсь сказать. Так. Понитовая броня, ёлки-палки, какой у меня сейчас будет перегруз? Так, все, плыви, болезный, плыви. А теперь надо думать, что же нам со всем этим делать. Так, что у нас тут есть? Дешевка какая-нибудь, допустим, вот. Это выкинуть, что она вообще тут делает. Блин, ну конечно выглядит это все просто, но вообще офигительно. Так, что же нам? Это вообще мало весит, толку его выкидывать. Вот. Блин, еще чуть-чуть. Так, ну давай, что-нибудь еще. Кстати говоря, вот это вот мне сказали, что надо отнести на Иневый маяк, где я взял сжечь наверху. Этим мы тоже как там будем, в тех краях займемся. Но сейчас мне, похоже, одну вот эту штуку надо выкинуть. И сейчас, раз у нас такой перегруз жесткий идет, давайте мы тогда что ли фолк-трит. Нет, фолк-трите не купит. Давайте переместимся в Ривервуд. Продадим все. Потом уже пойдем дальше по квесту. О, лошадка. Блин, а у нас на дворе ночь. Давайте-ка переночуем. Там дельфин, наверное, нас уже потеряла. Спящий великан, понимаешь. Сдается мне, что у него денег-то не хватит на все это. Поэтому я, наверное, сейчас лягу спать. Давай, ну. Нужна комната. Хочу. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Хорошо. Спим. 12 часов. И после этого, я думаю,
Так. Сейчас придумаем, как нам все это продать. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Ты все это время стоял здесь. Я думаю, сейчас мы прекратим запись. Как я все продам, мы продолжим примерно с этого же места. Тем более, он кто-то звонит. В общем, мы увидимся. Короче, возвращаемся. Все, я распродал. И сейчас мы направляемся таки в Черное Братство. Сдаем наши квесты. Потому что давно уже пора. А то скажет еще какой-то неторопливый. За репутацией, как говорится, надо следить. Так, скакать, насколько я помню, не очень далеко. И это меня, по идее, радует. Так, Варфоломеюшка, ты у нас пока постой вот здесь. Мы, пожалуй, зайдем-ка вот сюда. Пацаны не палятся, да? Сразу непонятно, что это убежище темного братства по этой ладони, по этому черепу. Если кто мимо пройдет, то наверняка не поймет, что же там такое происходит. Так, ладно. Хорошо. Я уже забыл, что тут да как. Но ведь мать ночи, мать для всех. Мы исследуем ее голос, ее воле. Рискнешь ли ты ослушаться? И, разумеется, понести наказание. Продолжай болтать, человечишка, и мы посмотрим, кто понесет наказание. Правильно. Да заткнись ты, прихлепатель неуклюжий. Человек прошел долгий путь. Будь с ним хотя бы вежлив. Господин Цицерон, лично я счастлив, что вы с матерью ночи прибыли сюда. Ваше присутствие означает долгожданный возврат к традициям. О, какой ты мудрый мудрец и добрый добряк! Не сомневаюсь, ты заслужишь расположение госпожи. Конечно же, Цицерон, и ты, и мать ночи здесь желанные гости. И тебя здесь будут уважать, как пристало уважать хранителя. Понял, муженек? Хм. О, да, да, да! Спасибо, спасибо, спасибо! Но имей в виду, главное в этом убежище — я. Мое слово — закон. Мы друг друга хорошо поняли? О, да, госпожа, лучше не бывает. Ты главная. Астрид суровая. Это что за хер такой, извиняюсь, приехал? Мне уже охота его убить. Слава Ситису, вот и ты. Мне уже до смерти надоел этот болтливый кретин. Нам нужно кое-что обсудить. У тебя есть контракт для меня? Именно. Отправляйся в город Маркарт и поговори там с помощницей аптекаря. Найдешь ее в ведьминой настойке, в часы работы лавки. Девчонка говорила, что хочет убить бывшего любовника. Судя по всему, она совершила черное таинство. Ее зовут Муири. Поговори с ней, заключи контракт и исполни его. Что-нибудь еще? Сделай все так, как она пожелает. Покажи профессионализм и выполни заказ. Поскольку это твой первый контракт, можешь оставить деньги себе. Наверняка она будет щедра. Они всегда щедры. Хорошо. Так, ладно. О, да, госпожа! Ты главная! Пока что. Ты ничего не попутал, Цицерон. Новый член семьи! Ну, привет! Очень рад с тобой познакомиться. Помолчим. А, молчишь, угрожаешь. Истинный ассасин старых путей. Цицерону ты нравишься. О, да, Цицерону ты очень нравишься. Зато мне Цицерон не очень нравится. Расскажи-ка мне о себе. Я? О, Цицерон просто хранитель. Я храню... Я присматриваю за нашей мамочкой, за матерью ночи. Я ее мою, защищаю и радую.
Но я не слышишь. О нет, нету слышащего. Пока что нет. Но скоро кто-то придет и услышит ее слова. Так, ну... Кто такой слышащий? О, слышащий. Это единственный, с кем говорит Мать Ночи. Это величайшая честь, доступная члену Темного Братства. Наша госпожа мертва и не произносит слова, ибо губы ее сгнили. Но слышащий слышит ее у себя в голове. Говорят, это интимно. Интимно? Но у нас не было слышащего уже долгие-долгие годы. Наша госпожа не избрала Цицерона, и она, конечно, не избрала Астрид или кого другого. Но однажды... Ой, короче говоря... С тобой. А я не прощаюсь с Цицероном. Пойдемте сдадим квест. Какой-то мутный парень, что-то он мне вообще не вызывает доверия. Вот от такого удар в спину, это, по-моему, самое обычное дело. Так, а ты, Бабетта, у нас тоже довольно-таки подлый человек, насколько не я помню. Не дай моей внешности тебя обмануть. Я старше тебя, намного. Вот что бывает с 10-летней девочкой, если ее укусит вампир. Понятно. Как я и говорил, ничего хорошего. Так, подожди, а это что такое? Я этого не видел. Это наш ручной паук? Ручной паук. Хотя можно погладить? Прикольно. Не ожидал. Так, с дороги, Фестус. Скажи мне, брат, правда ли то, что говорят? Храмовый контракт. Ну, я, конечно, не буду отрицать свое участие. Что-то у них тут у всех, по-моему, с головой не в порядке. Хоркер, веревка, три лесных эльфа и топорик? Уж в чем, а в смекалке тебе не откажешь. Что? Вы думаете, я слишком... От тебя несет смертью, друг мой. Рад тебе. Вот, короче говоря, идет ли день, когда мы будем не нужны людям Скайрима? Думаю, нет. Битель мертва. Само собой. Говорят, рудокопы друг другу просто глотки рвут. От такой работы убиться можно. Это мне нравится. Вот твои денежки. Спасибо. Так, что дальше? Энноди, папе мертв. Хорошо. Надеюсь, на лесопилке все прошло без осложнений. А то там занозы, ржавые гвозди, страшная гадость. Твоя награда за отличную работу. Так-то да. Ну и Нарфи тоже мертв. Поздравляю. Хладнокровное убийство голодного попрошайки. Ха, ты просто гроза Тамриэля. Вот твои денежки. Мне сказали, я сделал. Не надо теперь еще надо мной смеяться. У тебя есть еще контракты? Прости, пока нет. Приходи позже. Это хорошо. Подожди, куда пошел, я с тобой не договорил еще. Брат. Что ты думаешь о Цицероне и Матери Ночи? Я не люблю мимов, менестрелей, актеров, акробатов, жонглеров или трубадуров. От флейтистов у меня болят зубы, особенно ненавижу шутов. Как правило, я не в восторге от трупов старух. Для Матери Ночи делаем исключение. Но я служу только Астрид. Понятно. Удачи! И береги задницу, чтоб не пришили. Так, ну что, пока выходим тогда. Как я и говорил... Хорошим
А ты у нас на Геральта похож. Так, Астрид наверняка забыла сказать, что я ее муж. Это она любит. Не хочет, чтобы другие думали, что у нее есть любимчики. Что ты думаешь о Цицеронии и Матери Ночи? Про чокнутого идиота и его любимый труп? Угадай. Что посоветуешь по поводу моего нынешнего контракта? Да. Исполняй приказы моей жены и не делай глупостей. Понятно. Иди, чёрт. Бесполезный человек. Когда я впервые получил благословение волка, мой создатель дал мне бесценный совет. Он сказал: Арнбьорн, никогда не проигрывай. Визара? Я-то... Что ты думаешь о Цицеронии и Матери Ночи? Честно? Я не знаю, что и думать. Понятно. Я питаю глубокое уважение к Ситису и к Матери Ночи, и к древним обычаям. О, да. Так, а что у нас там? Там я, по-моему, еще не был. Здесь у нас жилые комнаты, похоже, да? Или нет? Да, здесь они живут, я думаю. Смотри, да? Прикольно. Ладно, все, выходим пока отсюда. Работы на нас нет. Пора маленько пойти по сюжету вперед. Потому что давно мы уже к нему не... Давно, в общем, им не занимались. Я думаю, пришла пора. Иди, займись контрактом Муири. Поверь, скоро работенки прибавятся. Контрактом Муири? Кто такая Муири? Муири, это, по-моему, она у нас вот тут сидела. У нее есть для нас работа. Блин, не тут. Бабетта, Фестус. Выглядеть маленькой очень удобно. Никто ничего не заподозрит. Габриэлла. Смерть ведь придет ко всем. Тебе от меня что-то нужно? Нет. Да, окутает тогда тебя никто не встанет смерти. Между охотником и... Да хватит собачиться, что ж вы за люди-то такие? Так, ладно, короче, понятно примерно. С вами все ясно. Непонятно, кто такая Муири. Но потом, я думаю, разберемся. Сейчас натурально не до них. Хочу таки получить крик дракона боя, или как он там называется. Но это будет попозже. Так, и сейчас нам нужно отвлечься маленько от всех этих. Так, что у нас здесь вообще? А, вот Муири, да, точно. Мне же уже дали. Блин, я вот что-то затупил. Мне уже дали задание. Где он находится? Далековато. Я тут еще, по-моему, ни разу не был даже. В Маркарте. Да, не был. Но, тем не менее, пока что мы его выключим. Этот тоже пока выключим. Этот тоже. Сейчас нам нужно вот в Солитьют, короче говоря. А Солитьют у нас находится аж вон где. Так, ну что ж. Я слышу дракон, или мне кажется? Я думаю, сейчас, раз нам все равно придется воспользоваться быстрым перемещением, потому что это совсем на другом конце карты находится. Сейчас мы сначала проскачем мимо Фолк-Трит, и где-то здесь у нас был орк. Мне охота с ним увидеться. Последний раз, когда мы были, он мне накостылял под черного. Мне это не понравилось. Я подлый и мстительный. Блин, тут все время идет противный дождь. Хорошо, что у меня есть капюшон. Так, ну и где-то тут ты обитался, по-моему. Или нет? Или дальше? Дальше. Ну, где-то тут он ходил.
А у нас, судя по всему, уже ушел. Так, а ты кто? И что ты тут делаешь? Я направляюсь в Солитюд, чтобы вступить в Легион. Единая империя — это благо для всех. Ну, ладно. Так, старый орк, похоже, ушел. Отомстить ему не получится. Ну да и хрен с ним. Показал, что он лежит. Тогда мы сейчас быстро переместимся для начала сюда, к хижине Фроки. Потому что, честно говоря, тут уже 100 раз был, ничего нового мы тут увидеть не можем, поэтому смысла тут в обычном перемещении особо-то и нет. А потом мы переместимся в Виндхельм, оттуда уже начнем танцевать, принесем звезду Азуры, куда там нужно было, и двинем в Солитьют. Но это все оттуда, потому что до туда у нас уже, в принципе, ой, как темно, все уже исхожено. Блин, на ночь глядя, конечно, некультурно. Где дракон? Сохраняемся. Ночью с драконом драться, это, конечно... Ладно, пока я не жажду. Пока не очень-то охота. Так, подъем. А, вы не спите. Стражи побеждены. Похоже, ты крепче, чем кажешься на первый взгляд. Тогда пришла пора настоящего испытания. Я помечу тебя знаком медведя, саблезуба и мамонта. Будь осторожнее, эти звери очень сильны. Вот, да не очень-то. Надо. Так, хорошо. Где это у нас? А, у нас же квест не включен. Так, один где-то тут, около Винтерхолда. Второй. Блин, да где вы? Ладно, неважно. Где-то тут, короче, вот он. Тут у нас медведь. Тут у нас мамонт. И тут около Виндхельма саблезуб страж. Хорошо. Так, ладно, выходим отсюда. И сейчас двигаем Виндхельм. Чтобы... Так, это пока выключим. Отнести звезду. Да, в принципе, все включим. Почему бы и нет? Так, кстати говоря, а что у нас по этим квестам? Я на них вообще не смотрю. Это нам в Айтране нужно. Это у нас никак не хочет выходить, заглючил. В принципе, пора бы уже, наверное, примкнуть к кому-нибудь. Так. Примкнуть либо к соратнику, к Имперскому легиону, либо к этим... как их там, бури. Но сейчас мы направляемся в Солитьют, поэтому, судя по всему, там и можно примкнуть. Поэтому хорошо. Значит, все хорошо. Сейчас первый пока что пункт нашего путешествия — это святилище Азуры. Или куда там нужно звезду принести. Да хрен знает. Сейчас разберемся. Святилище Азуры, и сюда мы понесем сейчас звезду. В принципе, путь не близкий, но и недалекий. Блин, почему когда не надо, он оказывается прямо в здании, когда надо, он оказывается там, где-то около задворок. Хотя ладно, чего я жалуюсь, правильно? Аргриань прикольнее. Так, где моя лошадь?
Лошадка. Довольно-таки погожая погода стоит. Это меня радует. А то обычно тут снег как заметет. Опять, кстати говоря, мы вернулись в эти северные земли, которые мне не очень нравятся. Так, где моя лошадь? А вот она. Погнали. Мы в прошлый раз поехали вот так. В этот раз, я думаю... А нет, отсюда мы не попадем, похоже. Тоже по той же дороге, значит, поскачем. Куда-то вон туда. Может, что по дороге случится. Волки позорные. Успокоились все. Лошадка моя, я не хотел тебя, конечно. Ну ладно, зато ты светишься красиво теперь. Так, здесь уже все, в принципе, облазил я по полной. Так, а ты кто? Ну-ка, с дороги, смерть. Я иду в Винхельм, чтобы присоединиться к братьям Буль. Заушником, правда. Заушником, правда. Только если не учитывать, что он шпион Талморской империи. А так, в целом, да, за ним, наверное, правда. Хорошо. Так, он туда куда-то, по-моему. Там, кстати говоря, этот форт, где я огребался по полной. Надо просто мимо него проскакать, потому что по новой я не хочу с ними сталкиваться. Ну, то есть я их, конечно, выиграю, но зачем тратить на это время? Так, волки. Успокоились. Хорошо. Опять лошадку зацепил. Блин, еще волки. А нет, это лисичка. Ну ладно. Так, ребята, вы тут что делаете? А, вы стражники, типа? Блин, Варфоломишка, не убейся, смотри осторожно. Ну ладно, чуть-чуть покоцался, ничего страшного. Так, мимо этого форта. Нафиг нам не нужны качали с ними еще раз. А что тут делать? Ты посмотри, давай-ка я сохранюсь, что-то, блин, у них тут терки какие-то. Кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхельм. Вы типа зачищали форт, что ли? Вот сейчас бы напал на меня дракон какой-нибудь. Это было бы прикольно. Зрелищно, по крайней мере. Ладно. Что-то здесь братья Бури тусуют в больших количествах. Хорошо. Сейчас где-то подъем начнется, по-моему. А так уже почти прискакали. Тащим-то. Ой, опять эти пасмурные земли. Не люблю. Барашка. Так, ну чё, я туда скачу вообще, нет? Да вроде туда. Барашка. Барашка. Чё-то много у вас-то, да? Ой.
Да ты успокойся. Слишком силен. Ну, по крайней мере, лошадка к нему не лезет. Все, будет. Так, ладно. Вон уже вижу эту статую. Лисичка. Так, все, приехали. Уф, давай сейчас слезу. Упарился уже, наверное, в горку-то подниматься. Хорошо. Где тут жрица? Жрет, наверное. Звезда Азуры. Разумеется, владычица Сумерек прислала тебя неспроста. Дай ее мне, и я попрошу Азуру вернуть звезде изначальную чистоту. Ну, держи. Я обращусь к Азуре. Азура, Матерь Роз. Да-да. Имени Сумерек Рассвета, твой избранный защитник вернул тебе твою звезду. Она желает говорить с тобой лично. Прошу, положи руки на алтарь и услышишь ее голос. Это не опасно? Ну, давайте попробуем. Приветствую, смертное создание. Я провела тебя сквозь завесу сумерек, и благодаря тебе моя звезда была спасена от Мириного Реда. Но его душа по-прежнему таится внутри, защищенная заклинанием. Пока мой артефакт не пройдет очищение, он для тебя бесполезен. Но, блин. Тогда почему ты не забрала ее? Ты же вроде Даэдра. Со временем звезда вернется в мое царство в Обливионе. Но я сомневаюсь, что ты согласишься ждать этого сотню лет. Нет, остается только один выход. Я пошлю тебя внутрь звезды, и ты изгонишь оттуда душу Мелина. Че? Скажи, когда приготовишься к переносу, смертное сознание. Какой у меня есть выбор? Я хочу отправиться в звезду. Не теряй веру, смертное создание. Я буду беречь тебя. Офигеть. Вот этого только не хватало. О, мои ученики прислали мне свежую душу. Отлично. Я как раз проголодался. Подожди. С тобой что-то не так. Офигеть. Тебе не избежать своей судьбы, Мейлин. Как ты смеешь бросать мне вызов? Сама смерть покорилась мне. Я плевал в глаза властителям Даэдра. Теперь это мое царство. Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то его отдать. Не стоило... Ща, братень. Ты куда пошел? Офигеть. Так, надо сохраниться. Сейчас кто-то у нас полетит вниз, похоже. Ой. Вашу мать. Вот это проблемы. Вот это проблемы. Так, да, попали мы. Именно то, что я люблю больше всего, магию. Да. На твою дивизию, ну. Отвяжитесь от меня. Мне нужно полечиться. Ой. Да, у нас проблемы. Так, да подожди ты, ну что ты, блин, даже слова не дашь сказать. Офигеть. Офигеть. Вот это получач.
Ладно, я думаю, на этом завершим эту серию, потому что время уже капитально подходит к концу. Начнем с ними разбираться в следующей. Я думаю, это будет не очень легко. Мы будем погибать. Но куда же мы денемся? Все равно мы их победим. Но это будет все в следующей серии. Надеюсь, вам все нравится. Пока.